Здравствуйте! Недавно мне в голову пришла идея попробовать сформулировать самые первые шаги, которые предстоит сделать каждому начинающему фотографу. Я обратился за советом к человеку, известному в фотографической среде, к Павлу Михайловичу Маркину. У меня с ним возник небольшой, но короткий творческо-педагогический спор, в результате которого я сдался под давлением его авторитета, потому что я со своей стороны утверждал, что начинающего фотографа нужно втянуть в творческую игру с фотографией, в которой он должен понять, что минимальное воздействие его на композицию, на движение камеры в кадре, на еще какие-то вещи должно возбудить в нем какие-то творческие мысли и посыла осваивать фотографию, на что Павел Михайлович довольно категорично сказал, что если человек не владеет техникой, если человек не знает, что такое решающий момент, то в фотографии ему не место. Почти как Станиславский кричит «не верю». Как мне не хотелось поспорить, я решил все-таки пойти в данном случае на поводу у профессионального и опытного человека и со своей стороны те самые первые шаги, о которых говорил Павел Михайлович, попробовать в своем варианте изложить для вас. Сегодня я не буду говорить о первых технических шагах, которые вы должны освоить, работая с фотокамерой. Это я сделаю в следующем ролике. А сегодня я буду говорить о том, что такое решающий момент. Понятие «решающий момент» было введено в фотографический обиход Анри Кортье-Брессоном. Как вы знаете, Анри Кортье-Брессон – основоположник жанра репортажной фотографии, а именно в репортажной фотографии элемент времени, а именно элемент времени Анри Кортье-Брессон называет решающим моментом, занимает наиглавнейшую роль. Потому что если вы занимаетесь постановочной фотографией, например, снимаете портрет, то по сути дела необходимый для съемки момент вы создаете самостоятельно перед камерой. Но если вы снимаете какие-то процессы, которые протекают независимо от вас, за которыми вы только наблюдаете, которыми вы не управляете и хотите заснять их именно в таком естественном виде, в котором они протекают, вам необходимо учитывать такое понятие, как время. А под решающим моментом Анри Кортье-Брессон, конечно же, имел время и то, как событие в рамках этого времени развивается. Время на фотографии – это динамически развивающийся процесс перед вашими глазами. И мы забываем о том, что кадр будет совершенно разным за 5 минут до вашей фотографии, через 5 минут после и даже через секунду после и за секунду до. Поэтому вот то самое развитие событий, которое обычно мы не наблюдаем и не проявляем к нему никакое внимание, мы должны ввести в свой обиход, в свой технический потенциал фотографа, умение наблюдать за развитием события, предугадывать то, что будет дальше. Приведу вам простой пример, когда решающий момент состоялся, и фотография благодаря этому оказалась интересной. Анатолий Мальцев, известный фотограф, показывал на мастер-классе на фотофакультете свои фотографии, рассказывал историю одного простого снимка, где он снимал что-то про погоду в Питере. Там осенний Петербург, девушка с маленькой такой собачкой шла гулять, переходя то ли через лужу, то ли через канаву. И она эту собачку за поводок так перетаскивала. Ну, просто поднимала за поводок, собачка на нем болталась, и она перекидывала фактически собачку на другую сторону лужи. Мальцев увидел это и стоял, ждал, пока девушка, которая погуляла там с собачкой, пойдет обратно, зная, что она будет снова ее за поводок поддергивать через эту канаву. Поэтому получился интересный кадр, как девушка перешагивает, подтягивая несчастную собачку на поводке, но он ждал развития событий. Поэтому многие, точнее, даже не многие, а подавляющее большинство начинающих фотографов не принимают время развития событий во внимание. Они действуют по принципу «увидел, снял». Вижу дерево, снял дерево. Вижу собачку, снял собачку. Вижу закат, снял закат. Человек не держит в своей голове необходимости наблюдать за развитием событий,
прогнозировать развитие событий и ждать, пока в этом кадре, который он хочет снять, вот с тем самым деревом, собачкой или закатом, совместятся те элементы, которые этот кадр украсит и подчеркнут. Я знаю, что хорошие фотографы, найдя какой-то интересный план на улице, интересную арку, интересный дом, могут часами ждать нужного человека, который в данном месте должен появиться и занять определенное положение на стене этого здания. Например, Александр Петросян так снимает. Все люди так снимают, начинающие фотографы об этом не знают. Они считают, что они подняли камеру, и решающий момент, тот самый момент во времени, когда они должны сделать кадр, наступил тогда, когда они подняли камеру. Это неправда. Помимо того, что вы можете ждать развития самого события, вы можете ждать хорошей световой ситуации, вы можете ждать интересной погоды, причем элемент точного времени, точно выбранного времени, момента съемки присутствует не только в репортажной фотографии, но даже в пейзажной фотографии. Я помню, что на одной из лекций Александр Петросян рассказывал, как он снимал панораму Невы с верхней точки, и в этот момент огромное облако с дождем двигалось вдоль Невы, постепенно приближаясь к фотографу. Получилось, что часть города находится как бы за туманной пеленой. Он говорит, что это длилось буквально секунд 10-15. Он успел сделать только несколько кадров, потому что облако двигалось с большой скоростью. Поэтому даже в пейзажной фотографии элемент решающего момента, которого он должен был дождаться, я не знаю, сколько часов он ждал или сколько дней он караулил эту погоду, но факт в том, что вы должны прогнозировать развитие событий во времени и дожидаться той комбинации элементов в кадре, которая вас удовлетворит. Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Огни большого города» с участием Чарли Чаплина, так, как будто бы это жизнь, которая течет перед нами, а мы хотим ее сфотографировать. У нас есть улица, определенная мизансцена, едут машины, сидит девушка, продающая цветы, и пока здесь ничего не происходит, и, наверное, фотография не имела бы какого-то острого сюжета. Но вот появляется наш герой, мы с вами со стороны за этим процессом наблюдаем, и мы выжидаем и пытаемся прогнозировать, что будет происходить дальше и какой момент нам мог бы показаться интересным, который мы могли бы назвать решающим и сделать именно в этот момент хороший кадр. Разумеется, что мы не ограничимся одной фотографией. Мы будем делать серию кадров в разные моменты. В каждый момент, когда мизансцена между нашими героями является красноречивой и о чем-то рассказывает зрителю. Причем каждый фотограф выбирает момент съемки тогда, когда ему кажется, что он видит и понимает происходящую историю. Но еще очень важно, чтобы язык, которым пользуется фотограф, то есть то, что он в кадре пытается простроить, был универсальным языком и адекватно воспринимался зрителем, чтобы зритель понимал ситуацию так же, как ее понимает фотограф. И, наверное, каждый художник рассмотрит здесь свою историю. Кто-то рассмотрит историю скряги, кто-то рассмотрит романтическую историю, кто-то рассмотрит прекрасный контраст между красивой девушкой и бродягой, кто-то рассмотрит какое-то социальное неравенство. Я не знаю, каждый из вас будет создавать свою историю, но очень важно наблюдать развитие событий в динамике и дожидаться максимально интересного момента. Любая теоретическая часть должна сменяться частью практической, поэтому я позволю себе дать вам простое фотозадание. Попробуйте найти объект съемки, который вас интересует, который вам визуально и эстетически кажется любопытным. Вы видите некую мизансцену, неких героев, некие объекты. Неважно, что это. А попробуйте подождать, как то событие, которое вы наблюдаете, будет развиваться во времени.
Я сейчас, конечно же, говорю не о фотографировании скал или ущелий. Слишком много времени потребуется, чтобы дождаться каких-либо геологических изменений. Я все-таки, наверное, говорю о съемке людей, о жанровой съемке, о съемке в городе. Попробуйте подождать, как будут развиваться события, и наперед предугадать, что будет происходить, кто куда пойдет, кто что сделает, как разовьется дальше эта ситуация, какую точку занять и какой кадр у вас получится. Попробуйте прогнозировать вперед развитие событий и ухватить именно тот решающий момент, который и окажется интересным снимком. Попробуйте проконтролировать ход времени, таким образом создавая и формируя свой кадр сначала в своем воображении, а потом выхватывая его при помощи той техники, которой вы владеете. Это и будет ваш решающий момент.